Добро пожаловать к доктору в клинику! Чем я могу вам помочь? Ой, я всегда так волнуюсь у доктора! Что ж, если ты будешь хорошо себя вести, мы тебе дадим конфетку после приема! Да-да! Поехали! Болит коленка, ай-яй-яй! Шуап-дуап! Так больно с дерева упал! Шуап-дуап! Ведь папа сразу мне сказал, шуап-дуап! Чтоб высоко не залезал! Доктор, доктор, посмотри! С моей проблемой помоги! Мне очень больно, погляди! Ты можешь меня спасти? Доктор, доктор, наконец, дай скорее леденец. Доктор, милый, помоги, мою боль скорее уйми. Ой, страшно. Болит мой пальчик на ноге. Чуап-дуап. Гулял я долго в декабре. Чуап-дуап. Я простудился и замерз. Чуап-дуап. Теперь по коже моей мороз. Доктор, доктор, посмотри, с моей проблемой помоги. Мне очень больно, погляди, ты можешь меня спасти? Доктор, доктор, наконец, дай скорее леденец. Доктор, милый, помоги, мою боль скорее уйми. Ай, ой. Ах, доктор, как болит рука! Чуап-дуап! Я был на ферме и играл! Чуап-дуап! Сказал мне фермер не играть! Чуап-дуап! Я не послушался опять! Доктор, доктор, посмотри! С моей проблемой помоги! Мне очень больно, погляди! Ты можешь меня спасти? Доктор, доктор, наконец, дай скорее леденец. Доктор, милый, помоги, мою боль скорее уйми. Доктор, доктор, посмотри, шалить нельзя нам, знаем мы. И аккуратней будем мы. Конфетку мне подари! Ура! Ура! Ребята, а кто из вас хочет немного попроказничать? А? Давайте поиграем в обезьянок. Да, да. Они такие классные. 5 обезьянок прыгали в кроватке. Одна упала, и ей не сладко. Позвонила доктору мама. Прекратите прыгать. Ай-яй-яй. Ух ты! Как же весело! Я люблю прыгать на кровати! 4 обезьянки на дереве играли. Одна упала, и об этом все узнали. На крик очень быстро пришел папа. Не лазьте по деревьям! Ай-яй-яй! Папа, конечно, прав, но обезьянки так любят лазить по деревьям. 3 обезьянки по ферме бегали. Одна упала, рука теперь болит. Фермер тут как тут, вот беда. Не надо вам здесь бегать. Ай-яй-яй. Ох, этот фермер очень строгий. Впрочем, обезьянкам нечего делать на ферме. 2 обезьянки играли зимой. Одна упала и ударилась ногой. Учительница их заметила. А ну-ка прекратите. Ай-яй-яй. Да, быть обезьянкой так весело, но на снегу обезьянкам холодно, поэтому они живут в джунглях. Одна обезьянка на дереве сидела, вдруг оступилась и вниз полетела. Мама пришла на помощь к ней. Не надо лезть по дереву. Хей, хей, хей!
Да, мне нужно быть более внимательным. Ах, вы маленькие проказники-обезьянки! Было классно! Привет, друзья! У меня есть идея, что спеть на школьном спектакле. Здорово! И что же это за песня, Венди? Это песня о мальчиках и девочках, которые снаружи такие разные, но внутри очень похожи друг на друга. Что ты имеешь в виду? Я сейчас покажу, а потом мы сможем отрепетировать вместе для завтрашнего спектакля. Звучит неплохо! Пухлые щечки, ямочка на подбородке, розовые губки, а там и зубки, рыжие кудряшки, просто милашки, голубые глазки, просто сказка. А внутри так много любви, ум и смелость, посмотри. Мы все особенные друзья, будем вместе мы всегда. Мы такие разные и прекрасные, мы такие разные, все прекрасные, мы такие разные и прекрасные, мы такие разные, все прекрасные. Эта песня просто идеальна для нашего спектакля. А, я понял, о чем она. Мы все можем выглядеть по-разному, но в глубине души мы все одинаковые. Точно! Теперь твоя очередь, Кэрол. У тебя главная роль в спектакле. Расскажи Натану, почему он такой особенный? Конечно! Пухлые щечки, милый носик, милое личико, стройный животик, темные волосы, красота, карие глазки, в них страха не следа. И, конечно, есть любовь, ум и смелость, мой герой. Ты прекрасен, посмотри, и снаружи, и внутри. Мы всегда. Мы такие разные и прекрасные, мы такие разные, все прекрасные. Мы такие разные и прекрасные, мы такие разные и прекрасные. Ах, теперь я чувствую себя таким особенным. Ты и правда особенный. Ладно, Ника, теперь ты на сцену. Натан, пой! Конечно! Пухлые щечки, милые кудряшки, пляшет весело в яркой рубашке. Улыбаться не устанет, и голубые глазки не обманут. А внутри так много любви, ум и смелость, посмотри. Мы все особенные друзья, будем вместе мы всегда. Мы такие разные и прекрасные, мы такие разные, все прекрасные. Мы такие разные и прекрасные, мы такие разные, все прекрасные. Пухлые щечки, золотой локон, он всегда покажет вам свою заботу. Носик пуговкой любит кривляться, играть, танцевать, веселиться, улыбаться. Лучше всех добрый он, и, конечно, очень смышлен. Весельчак точно он, мы смеемся с ним вдвоем. Мы такие разные и прекрасные, мы такие разные, все прекрасные. Мы такие разные и прекрасные, мы такие разные, все прекрасные. Как здорово! Ладно, ребята, спектакль уже завтра вечером. Отправляйтесь по домам и хорошенько выспитесь. Спасибо, Венди! Спокойной ночи, ребята! Сладких пока! Снов! Сладких снов! Пока! Сладких снов! Сладких снов! Ох! Когда я вернусь домой, мне нужно сделать столько домашней работы. Мне тоже. Я должен написать список различных фигур по математике. Но я не могу вспомнить ни одной. Мы тебе поможем, Марк. Ого, кажется, сейчас будет песня.
Есть фигуры тут и там, сверху и внизу. Есть фигуры тут и там, на них сейчас смотрю. Есть фигуры тут и там, смотри по сторонам. Есть фигуры, их легко выучить всем нам. Круг. Так, так, так. Луна. И солнце. Лицо. Ребенка. Круглый мяч для веселой игры. И тик-так. Идут часы. Есть фигуры тут и там, смотри по сторонам. Есть фигуры, их легко выучить всем нам. Квадрат. Посмотрим. Тот дом. Вдалеке. Большой подарок. В коробке. Кости. И кубик льда. Доска. Нам поиграть. И картина, чтоб восхищать. Есть фигуры тут и там, смотри по сторонам. Есть фигуры, их легко выучить всем нам. Треугольник. Ага. Вкусный. Пиццы кусок. Мороженого. Холодный рожок. Пирамиды. И сэндвичи. Ёлка. И сыр. Есть фигуры тут и там, смотри по сторонам. Есть фигуры, их легко выучить всем нам. Прямоугольник. Хорошо. Книга. И грузовик. Аквариум. И деньги в банке. Домино. И телефон. Экран. И мамин журнал. Есть фигуры тут и там, сверху и внизу. Есть фигуры тут и там, на них сейчас смотрю. Есть фигуры тут и там, смотри по сторонам. Есть фигуры, их легко выучить всем нам! Мне так нравится играть, переодевшись в маленького котенка! Да, котята самые лучшие! Эй, друзья, а где же наши перчатки? Ой, я думала, они у Ника! Нет, я думал, что их взял Марк! Нет, это не я. А как же нам теперь сказать об этом мамам и папам? О, нет! Потеряли котятки свои перчатки, слезы из глаз рекой. Мама, прости, не можем найти мы перчатки свои. Что, потеряли перчатки, глупышки, котятки, не будет вам пирога. Мяу, 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 не будет нам пирога. Мяу, 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 не будет нам пирога. Не будет пирога? Но пирог – это мой любимый вид еды. Ох, я очень надеюсь, мы найдем наши перчатки до того, как пойдем домой. Эй, смотрите, я нашел их! Нашли котятки свои перчатки и теперь смеются опять. О, папа, смотри, мы нашли, мы нашли, мы нашли перчатки свои. Нашлись перчатки, умницы котятки, что ж будет вам пирог? Мяу, 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 ах, будет нам пирог. Мяу, 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 ах, будет нам пирог. Потрясающе! Значит, пирог все еще ждет нас вечером, ребята! У-ху! Мы такие голодные! Малыши котятки надели перчатки и пошли маме показать. О, мама, прости, что же делать, скажи, испачкали перчатки свои. Что такое, котятки, испачкали перчатки? Вы что, валялись в грязи? Мяу, 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 да, мы валялись в грязи. Мяу, мяу.
весь в грязи. О нет, что же нам теперь делать? Скорее, давайте их помоем вот здесь. Милые котятки, отмоем перчатки и будем есть пирог. О, мама, смотри, мы все молодцы, мы отмыли перчатки свои. Отмыли перчатки, умницы котятки, кушайте ваш пирог. Мяу-мяу, мяу-мяу, будем есть пирог. Милые котятки, отмоем перчатки и будем есть пирог. О, мама, смотри, мы все молодцы, мы отмыли перчатки свои. Отмыли перчатки, мы умницы котятки, мы будем есть пирог. Мяу-мяу, мяу-мяу, давайте есть пирог.